Друзья, здравствуйте. Ну, не отпускаю я этого персонажа, ну слишком он мне нравится. И до того момента, когда его пофиксят, я хочу насладиться его имбовостью. Его правда скоро пофиксят, и надо наслаждаться этим крутым персонажем. Если, кстати, у тебя еще этого перса нет, и ты хочешь его получить бесплатно, сегодня последний день акции. Приходи сегодня на стрим и забирай этого персонажа бесплатно. Я дам деньги, чтобы вы его купили себе. 4 победителя сегодня будет. Если вам интересно, что надо сделать, чтобы... забрать этого перса абсолютно бесплатно. Вот здесь будет подсказочка, посмотрите. Но я вам так скажу, там надо будет поставить лайк, подписаться на мой канал и подписаться на мой инстаграм. И там надо будет оставить под фотографией свой комментарий. Поэтому выполняй условия и приходи забирай этого имбового перса. Я вчера запустил, ну не запустил рубрику, но я, короче, заикнулся сказать, что я хочу Спраута апнуть на 35 ранг. Рискнуть, так сказать. И мы вчера почти апнули новый ранг, 31. Мы, сколько, я не помню, 1030 кубков подняли на стриме со 100 пробом. И потом просто вот так вот резко вниз, лицом о пол упали. И я говорю, все, окей, ну его нафиг этот пуш, буст. Давай остановимся на 1000 кубков. Сегодня утром просыпаюсь, у меня новые силы, новые какие-то желания. И я сейчас хочу сделать не просто неповторимое. Я на этом персе еще ни разу не катал соло. Я играл в 3 на 3, я играл в дуо, я играл в футболе, в геймграбе, но в соло я на нем никогда еще не играл. Я понятия не имею, что меня сейчас ждет. Я очень, наверное, сейчас рискую и делаю огромные ошибки. Я сейчас делаю настолько опасные вещи, я даже не знаю, с чем сравнить. Это настолько... засунуть голову крокодилу в пасть не настолько опасно. Не настолько опасно пройтись по краю обрыва, поднести спичку к цистерне с бензином. Это не настолько опасно, как опасно, что я сейчас буду делать. Я пойду в соло ШД на 1000 кубков. Ну, господи, помоги. Вы, ребята, в свою очередь поставьте лайк. А я нажимаю кнопку самоуничтожения и подрублюсь, когда эта бомба запустится. Поехали. Мне страшно. Боже, 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 боже. Ребята, поставьте в эту секунду лайк, подпишитесь, пожалуйста, срочно, умоляю. Поехали, соло, соло ШД. Боже, я понимаю, что я сольюсь. Я это прекрасно понимаю. Ну, что я могу поделать? Я уже 1000 апнул, даже если солью их, ну... это так дело же есть. Блин, я не могу его вынести. Да ладно, уже 7 бойцов осталось. Не так уж и плохо все началось. Так, ну по банкам я, конечно, не нафармился, но... но я примата, короче, отогнал. И сейчас, слушайте... о, 6 бойцов осталось. Прикол. 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 Ой. Ой. Так, надо уйти подальше. Слушайте, давайте врубим тактику. Я не я и хата не моя. Встанем вот здесь, с краечку, и будем стоять. Выбачте. Кто зрозумел, да? Опа, я по кому-то попал. О, Нита, Нита, здорово. О, а, не затимились, да, с Нитой? Нет! Нет! Сука! Тварь! Минус 5! Блин! О, быстрый подбор, поехали сразу. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы я сейчас попробовал. Все-таки, боже, ну это самое худшее, что можно придумать. Пойти в соло ШД до 1000 кубков, просто худшее. Но я думал, если я сейчас, ну, буду делать все правильно, все грамотно. Вот так вот, потому что там тиминг, там тиминг, там это все вертели. Эти все правила на одном месте, потому что примат с Нитой затимились. А Джеки, которую не гнали, сомкнулась в кругу, зажал меня. Фух, ладно, поехали. О, сейчас нормальный этот, нормальный респаун. Позиция нормальная. Это чисто ради эксперимента по фану, ребята, соло ШД. Ну, типа, я не знаю, ну, у меня 1000 кубка, а что мне делать? Они, вон, затимились, вон, им хорошо. Она ж быстрая, помним, да? Помним, любим, скорбим. Бля, набивают ульту, вот гады. Ну, блин, ну, офигеть. Ха-ха!
Он его добил. Он добил ее. Капец, лопух. Надо его зажимать. Так. Мы затимились или нет? Короче, тимимся, пацаны, я тимлюсь с ними. Господи, они меня закрысят, я вам отвечаю. Ну, пожалуйста, Биби, не это, только не набивай на мне ульту. Так, а меня можно не убивать, пожалуйста? Но она меня с двух тык убьет. И закрысить меня... Меня проще всего закрысить. Я самый невыгодный чел для соло. Потому что, ну капец, что я сделаю? Ну закрысит меня, и что? Я никого не убью. Ну, мне страшно очень. Так, ну сколько их там? Ну трое, да? Ну остальных, если убить, то я хотя бы четвертое место. Это плюс кубки. Господи, их там не трое. Боже, и Мортис, который меня контрит. Так. Пацаны, я с вами. Нет! 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 Настолько безнадежен, что я готов пойти даже в дуо с кем-то. А что если пойти в дуо с рандомами? А кто есть меня? Кого пригласить? Просто чудо. Блин, и никого в онлайне нет. Знакомого. Дарксайд знакомый, ну. Может, Эрик, мне стоит не беспокоить, я бы его пригласил. Такое вы увидите только здесь, только в этом месте. Самые опасные трюки, выполненные профессионалами. Рандомное дуо ШД. Да. Я не знаю, кто так еще рискует. Не, я не знаю, я просто привык играть со знакомыми. Для меня это вообще чуждо, играть с рандомами. Ну это же вообще... Ну люди некоторые апаются и высоко апаются с рандомами. Я не знаю, как вы это делаете. Это надо настолько тащить, чтобы сыграться с непонятным, неизвестным челом, у которого лагает интернет, которому подзатыльники дает мамка, чтобы он учил уроки, а он сидит, играет в игру. И он лагает, он тупит, он и что-то... Он АФКшит, он все что угодно делает, только не играет с тобой. Вот так вот выглядит рандом. Где этот последний? Где этот последний? Ну где он, этот последний? Почему в пословице семеро одного не ждут? Девять ждут одного. Так, о, Джин. Ну нахер мне Джин к Спрауту? Ну вообще шикарно. Ну попробуем, может дуо зайдет? Будет прикольно, если зайдет. Понятно, мне надо с Джеки было. Так. Так. О, отлично, отличное начало, отличное начало. 6 банок, хорошо. О, почти зажали Джеки. Надо зажимать ее надо. Надо ее зажимать чисто вот командой. Опа, и сейчас 3 баночки заберем. Оп, хорошо. Одну тиму вынесли. 3 баночки собрали. Господи, я в прямом эфире. Боже, я звезда. На меня смотрит 1200 человек. Главное не затупить, не опозориться, не упасть в грязь лицом. Угу. Хорошая сейчас идея зажать Биби. Как вам, ребят, как вы на это смотрите? Воу, ты шо, ты кого притянул? Ты кого притянул? Давай, дамаж. Так. О, команду зажали. Почти убили, останется 3 команды. Так, ну блин, надо убить. Так, 3 команды осталось, есть. Так, пошла отсюда вон. Блин, ну она со щитом мощно. О, там динамайк, надо убить. Динамайка, убей. Где второй?
Где еще один? Еще один! Не хочу третьим! Да где еще один? Где еще один Рахит? Как? Где он был? Вот здесь у меня вена только что выступила. Да, вы ее не видите. Потому что она лопнула. Фух, оставь в покое справа. Ты иди апай дальше. Ну, ты рахитоид. Зачем ты его апаешь? Ты же апнул 1000. Ты что, в себя поверил? Какой 35-й ранг? Ты инвалид. Ну, я понимаю. Ну, я что ты понимаешь? Не играй в спрауте. Сиди. Что ты исполняешь, блин? 35-й ранг он апает. Ракушка, блин. Ну, я... Ну ты, да, ну ты. Я это все понимаю, мне просто хочется попробовать. Ну что нельзя? Ну потому что это стыд, это нельзя это смотреть. Это просто испанский стыд, это позорище. Тут что-то ты творишь сейчас. Лучше бы ты этого не делал бы. Ну, попытка не пытка, ага. Попытка не пытка. Инвалид. Шесть банок. Я надеюсь, мы выиграем. Господи. Мои бубочки разлетелись, никому урон не нанесли. Так, что там у нас? О, я с вороном, кстати, таким нормальным. Я хочу с ним апаться дальше. О, привет, пацаны. О, минус чел. Еще один минус чел сейчас будет. Если будет выделываться, как я, будет минус чел. Да, 8 бит, это вообще... Это вообще... Очко. Что там? Ну это топ-1, пацаны. Ну вот, все к этому шло, понимаете? Все к этому... Ха-ха-ха! Ну 80 хп, рили? А, найс. Ой. На! Да! 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 Ой, блин, плечо потянул. Блин, я хотел с этим вороном продолжить. Блин! Блин! Вы понимаете, если мы сейчас возьмем топ-1, у меня будет 3 девятки, а не 1000 кубков. Ну это, конечно, я захотел топ-1. Я потихонечку схожу с ума. Вращающийся синий круг под бойцом означает, что его супер готов. Где опять этот один? Ну где он лазит? Почему все собрались, а он где-то лазит? О, сейчас бы в центр залететь. О, Макс, в принципе, неплохо. Играй эмо. Я забываю за гаджет, кстати. Ну нет, ну гля, ну все просто... О, так нормально, сейчас мы их растараканим. Ебалаем. Хороший напарник, кстати. Хороший... Ульта! Никогда не бросайте ульту автоатакой, слышите? Никогда этого не делайте, просто... Меня все бесит. Я хотел последний бой сыграть. Фух, это я еще сдерживаюсь. Знаете, что бесит? Никого нету, кого пригласить в команду. И сливаешься. Ну соло это вообще не вариант. Это вообще просто не вариант. Это просто 8 днарей, днище просто. Знаете, вот есть дно, помойка. И вот ниже дна еще постучали. Вот это ШД соло. Вот это бараны бегают, крутятся. Вот Фрэнки, да, там 9 Фрэнков. 2, 9 балбесов просто. Как можно так апать кубки? Если бы я закрылся в предыдущей катке нормально стенкой, я бы не слился.
ни одна тыка не попала, ни одна. Бля, как он достает. Пять команд еще, целых пять команд. О, поджимать надо там, где нет спраута. Вот, вот так вот обходить, да. Так, ну вот здесь же есть, да, кто-то? Да. Пик. Так. Блин, Джек еще со спраутом там прямо. Ну, в топ-3 мы войдем. А вот дальше как повезет. Ну вот это жопа. Вот это жопа, когда вот начинается травля. Просто травля начинается. Ну вот оно все шиде. Вот оно все шиде. Ну когда ты в тисках, что ты сделаешь? Вот что ты сделаешь, когда ты в тисках? Ничего ты не сделаешь. Тебя выдавят как прыщ просто со сраки, блин. Последняя попытка. Жалкие потуги, короче. Вообще непонятно, для чего этот ролик. Что я этим хотел сказать? Ну, я просто дебил. Вот и все. Не с этим же не поспоришь, правильно? Ладно, последний бой. 1000 то я верну. А вот рубрика на 35 ранг. Ну не рубрика, а попытка на 35 ранг обречена. Но опять же, смотрите. Я как бы все равно такой человек. Пока не... Ну... Пока не пойму, что не мое, я не уйду. Я хочу еще до конца сезона пытаться. То есть, как бы время еще есть, да, что мне? Хочу, сливаю, хочу, апаю, это такое дело. Мои кубки, что хочу, то и делаю. Но! Конечно же, меня результат не устраивает сливать. Поэтому хочу апаться, хочу. Ну, я 1000 верну, а дальше посмотрим. Короче, последняя попытка. Последний бой. Давай, подбирайся быстрее. Ладно, давайте, чтобы не нервничать. Ну, кто мой напарник? Кто мой напарник? А ну, дай спраута второго, Брок. Блин, я так бы хотел с двумя спраутами поиграть. Ну, типа, спраут, два спраута. Блин. Хорош, хорош, Холдик. Спасибо, спасибо, братан. Спасибо. Пожалуйста. Нет, ты правда хорош. Я стараюсь. Так, кто у нас там? Биби. Кстати, Биби нормальная. О, хорош, Фрэнк. Или как я, Брок? Фрэнк. Блин, там уже всех по 10 банок, а мы как лохи бегаем с двумя. Тихо! Тихо! Помогите! Он не попал ни одной банкой. Боже, спасите! Сохраните! Фух, мы вынесли Тиму. Это мне вот эти мешали, вот эти подснежники. Я не мог дойти. Ну, Фрэнк. Ой, Фрэнк. Да, Фрэнк мой красавчик, вообще хорошо играет. Ой, Фрэнк. Миша на буле просто как принц на коне. Молодец. Просто воин. Блин, жалко, что эти зернышки не долетают. О, я, по-моему, ему хлебальник растараканил. А ну-ка, давайте повлёбаем. Ну, какая же тьма. Давай, до свидания. Туши фары, гаси свет. Так. Опа, опа. Я вижу цель. Потихонечку к ней приближаюсь. Так, по-моему, я... Так, ты что, хорош, хорош, привет. Опа, здорово. Здорово, брат. Так, три команды. Подхилились. Так, растараканили одному хлебала. И второму. Хлоп, хлоп. Так, подхилились. Хорош. Да ты гля накидывает. Гля, какой дерзкий. Как понос. Резкий, как понос. Фу, так, ребят, ну шо, короче, нормально подняли кубков за сегодня.
Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете. Ну, как бы я тысячу, я, можно сказать, на тысячу, я-то верну тысячу. Вот. Но я думаю, что в соло больше не будем. Я просто сегодня решил попробовать в соло, но думаю, больше не будем. Вот, все. Спасибо, до новых встреч, пока.